Привет, друзья. А вот наш главный сигаретоделатель одевается, то раздетый был. Это мы сами делаем сигареты, то что с нашей экономикой, с нашими зарплатами и пенсиями, как раз только сдыхать со смеху можно, да, сынок? Ага. Вот такой, такую вот купили мы коробку сигарет, крышечку прикрой, сынок. Вот такую вот. Вот, видите? 500 штук там. Открой, открой. Вот такие вот. И табак прислали нам. Вот. Сейчас покажу. Вот, видите? Килограмм 270 гривен уже такая цена у него. А это вот такой аппарат. А ну покажи это, сынок, ближе. Вот, вот сюда накладывается табак. Видите, ну укладывай, сынок. И сигарета одевается пустая. Вот, накладывай, сынок. Делаем конкуренцию украинской экономике на табак. Вот, пожалуйста, хлоп. И сигаретка готова. Вот. Сейчас я возьму. Вот, видите? И сигарета готова. Все, кури, не хочу. На, сынок, положи, пожалуйста. Это внимательный, серьезный товарищ, что-то. Да, сынок? И вот 20 штук наклацал. Ну, ты по 10 делаешь, да? Ну, мне, не ему, он не курит. Ну, говорит, что не курит. Курит или не курит, кто его знает? Но говорит, что не курит. Да, сынок? Ага. Что? Говоришь? Ты не куришь? Нет. Что не? Не курим, не пьем. О, здоровенькими помрем, да? Вот, видите, хлоп, есть. Вот так вот табак раскладывает, ну чуть влажноватый пришел. Мы его положили там в коробке. Посохнет тогда будет. Лучше вот сигаретка. Да, все тут. Конвейер работает. Видите, какой внимательный сидит сейчас. Вот, раз. Хлоп. Есть сигарета. Кури, папа, на здоровье, быстрее сдохнешь. Да? Ну а что делать? 27-30 гривен, пачка сигарет, а пенсия 2000 гривен. Что, накуришься сильно? Конечно, нет. А так намного лучше. Что не выспался, сыночек? Ой, Боже, что ж ты делал? В интернете, ВКонтакте общался с девками? Нет. А с кем? А, ролик грузил. Ну вот сейчас загрузишь этот ролик, пусть люди смотрят. Угу. Голь на выдумке хитра. Вот знаете, в народе поговорка такая есть. Так вот это и мы. Ну а что делать? Выживать же как-то надо. Ну зато табак чистый, без всяких этих примесей, добавок, ароматизаторов. И прочих ароматизаторов вкуса, и еще неизвестно, чего нос чешется. Ну, вот, наверное, получить в это хочется. Че нет, сыночек? Нет. Вот такой помощник у меня вырос, видите? На все руки мастер. Не все получается, но не сразу и Москва строилась.
Так же, сыночек? Ну да. Все научится. Вот, пожалуйста. Хлоп, все отрепетировано, все. Раз, одел. Хлоп, все. Ну вот, все, пока, друзья. На ютубе Сергей Котляров.